Всех приветствую, друзья. Кто узнал, Костян, Нервы 60. Многие переживают, где, куда пропал. Ребят, работаю. Устроился на работу, так сказать, подался в сельское хозяйство. Ну, компания есть тут одна. Вот такие дела. Так что никуда не пропал. Время нет, сами понимаете. Сейчас сезон пошел в сельском хозяйстве, так скажем. Время нет, да и не до компьютера, не до игр, так скажем. Поработаешь, подзамотаешься, домой приехал. Жена накормила. Новости помониторил и спать. Вот такие вот дела. Так что, ребят, никуда я не пропал, все со мной нормально. Работаем, так скажем. Поля туда-сюда. Такие дела. Работаем на разной технике. Кто знает, у меня не было же категории, сдавал я. Спасибо отдельному человеку, кто помог материально на это дело. Так что вот так сдал, все. И теперь работаю. Стримы будут? Наверное. Но это не точно, потому что... Ну нет времени, ребят, вообще. А денежка-то надо. Кушать что-то надо. И плюс баньку надо же мне как-то достраивать, ё-моё. А сейчас цены космические. Эх, ёкарный бабай. Вот так вот. Настоящая работа, так скажем. Такие вот дела. Еще раз, друзья, всем огромное спасибо, кто мне помогал. Пропасть я никуда не пропаду. Вот он я, так скажем. Что еще сказать? Всем всего хорошего. Всем всех благ. Так скажем, не теряйте из виду, как только, так сразу появимся на YouTube. Но сами понимаете, вот такие владения, туда-сюда. Пока еще, короче, не это, как его там, не председатель, но скоро, наверное, будет. Такие дела. Давайте, друзья, всем удачки, всем огромное спасибо, кто мне помогал. Материально и душевно, и так, и так. Надолго не прощаемся, как всегда. Отсюда стримы вел бы, но сами понимаете, как тут. Во-первых, нельзя нам, наверное, это явно. И плюс дрык-пык-пык, вот так вот на кочках. Ёкарный бабай. Вилы вообще, да, бывает. Такие дела. Так что, до скорых встреч. Надеюсь, время будет. Увидимся. Все. Всем всех благ, всего самого наилучшего. Пока-пока.